привет. Сегодня мы будем все-таки прокачивать Некроса с богом войны 8-8 на максимальный урон, на 12 скилл, и посмотрим, какая будет прибавка и какой урон он будет наносить. Некрос, конечно, такой крутой, но он убивается очень быстро об любую отражалку. Но урона тут, как видите, немерено. По 500 тысяч пролетают обычным ударом. 270. Сносит все. Давайте еще в рейде затестим пару раз. Зверь-машина. Хранитель даже не успел включить свой щит. Так, ну и давайте еще разок тестик, пока есть возможность именно в такой сборке его протестировать. Так, ворожей. Давайте со стороны ворожая посмотрим. Жестко-жестко слился он. Как видите, он не очень в плане дефа, но очень круто смотрится на атаке фортов. Единственное, его нужно уберечь от отражалки. Но это сделать очень сложно. Так, смотрим. Ну вот он, Анубиса просто ваншотит. 145, это под дебафами жесткий урон. Так, ну давайте покажу вам сборочку. 8-8 бог войны, ангел стоит, рунами стоит бастион, артефакт топор, снаряжение победный выпад, созвездие уклонения. Ну, поехали. Так. Улучшить. 14-15. Так, не хватило нам золота, как обычно. Самая большая проблема у доната — нехватка золота. Так. Бежали дальше. Ёпарасоте, вот это я лоханулся, конечно. Ладно. Ничего страшного. Эпик фейл. Так, улучшить. Не на того героя нажали. Придется нам РТ-шку докачать до 11 скилла тоже. Потестировать. Ну, ничего не поделаешь уже. Так... По-быстренькому сейчас золото нафармим. Вот так, хотел сделать обзор на одного героя, придется делать обзор на двоих. Так.
Надеюсь, у нас уже рулетку хоть когда-то откроют, чтобы можно было большинство героев хотя бы на 11 скилл попереводить. Вот видите, нажимал, нажала случайно не на того героя. Ужас. Подстава. Подстава от IGG. Так, улучшить. Ну, Минотавр хоть когда-то ударит или нет? Так, переводим на 20-ю звезду. Да, вот бывает же такое. Поставят героев рядом. Чисто случайно. Ну, ничего страшного. Кулаки уже не проблема. Осталось только дождаться молотков. Так. Как неудобно фармить золото, когда идет мировой кризис. Просто ужас. Так, у нас требует карту Некроса. Ну, у нас есть камешки 24. Окей, улучшить. Так, итого у нас он уже 11 скилл имеет. Смотрим. Так, 11-11, 460% атаки, повысился фиксированный урон, также повысился его отхил. Ну, побежали тестировать, посмотрим, что у нас изменилось. Как видите, не особо-то заметна разница. 436. Не знаю, пока не заметно ничего. Возможно, дальше будет виден какой-то прирост, но герой сам по себе. Ну, тут 206. 472. Ну, это мы уже, в принципе, видели. В рейде очень, очень разнообразный урон получается.
поэтому что-то точно протестировать почти невозможно. Ну, как видим, вроде сносит все, но он и до этого все сносил. Хорошо, побежали дальше. Качаем дальше. Так, теперь у нас нехватка синих кристаллов. Сейчас мы это изменим. Не будем особо заморачиваться. Так, какие у нас сеты еще не нужны? Вот этот можно продать, четвертый. Этот третий. Ну, вот этот четвертый. Заодно и место освободили. Так, побежали. Качаем дальше. Улучшить. Еще не хватает, хорошо. У меня там, в принципе, руны есть. Так. Берс. Ну, берс жалко что-то сливать. Сейчас мы тут по рунам посливаем. Все, что нам не надо. Так, замедление можно продавать. У меня и так его хватает. Уже особо надобности в рунах такое, как раньше, не так. Двоечки пусть будут. Продать. Чего у нас тут еще много? Бастиона. Так, думаю, теперь нам хватит. Вот, добрались мы до 40-й звезды. 40-я судьба, не знаю даже как назвать. Так, есть. Камешки есть, улучшить. Окей. Ну, что? Вот наш Некрос уже 12-12. Имеет 500% к атаке, 44 тысячи фиксированный урон. Восполняет здоровье на 42%. Побежали тестировать, что он сможет по всех локациях. Заодно вам расскажу, где такого некроса применять. Сразу скажу, что лучше прокачать некроса с бастионом. Он будет более универсальный. Ну вот 613% уже. Говорю процентов. 613 тысяч обычный урон проскочил. Так, смотрим еще. Потому что этот очень быстро убивается. Даже на нем стоят уклонения, но очень он неживучий. Так, смотрим.
мисс 500, 200, ну, сносит 480 по Анубису, конечно, урон бешеный. Сто 90, 117, 138. Это при том, что на нем висит дебаф. 70, 150, 140. Круто. Конечно, разница в уроне заметна. Смотрим, что он сейчас с этим паком сделает. 400. Ну, видите, в некоторых случаях даже урона не видно. Так, где-то он там летает. Вот, прилетел. 600 тысяч, либо простой удар, либо крит. Считаю, это очень круто. Так как у него перезарядка очень быстрая, ну, смотрите, раз, и полбазы. Все, героев просто нет. 237. Да, вот так вот. Давайте тестанем его. Еще вот опять здесь. Так, Бигфут, Стрелок, Анубис. Вот как раз хорошо, будем отсюда пробовать. Так, ну видите, шатают его. Ушатался об огненную защиту, скорее всего. Очень быстро. Поэтому я и говорил, что с богом войны, кто качает, не особо спешите ему ставить бог войны. Урона у него, конечно, много, но убивается он очень быстро. Так, ну давайте где-то тут сбоку попробуем зайти. Это при том, что на нем ангел. Сейчас посмотрим, куда он все-таки будет, по какому герою бить. Пока только юнитов убивает. Так, ворожай 132 тысячи. Миссанул. 126. 150. Ну, тут герои тоже, я думаю, топово прокачаны. Ну, так, по чуть-чуть сносит. Вот, убился об отражалку. Скорее всего. Даже не успел посмотреть. Так, хорошо. Давайте его потестируем в других локациях. Сейчас я героев сниму. Всех лишних. Побежали. Давайте первое дерево попробуем использовать в турнирке. Будем фармить самоцветы. Многих интересует, откуда столько самоцветов. Фармлю. Ну, Дракулу ваншотит. Смотрите, бьет по пачке и сразу шотает. Просто жестко шотает. Так, побежали дальше. Давайте 17-ю попробуем. Опять Влад Дракула. Ну, смотрим. Тут, конечно, он не так их шотит, но... Тоже урон. Тут уже надо два удара, но урона, конечно, тоже немерено. Смотрите, пачку. 919 тысяч. 800. 800. Круто, круто. Он сам прошел.
17-я волна. Да, раньше это было проблемно. Давайте 18-я. Так, ускорялку. Ну, тут, конечно, он уже не зашотает их так, как раньше. Видите, уже. Но неплохо, неплохо бьет. У них еще идет дополнительно, они получают отражение. Так, понятно. Ну, 19-я. Бульдозеры. Смотрим, что у нас тут получится. 800 тысяч. Миллион. Миллион 600. 2 миллиона. Это жесть. 2 миллиона без бафов. Просто жесть. Круто. Как видите, урон вообще бешеный стал. Так, давайте попробуем его на волнах. Давайте волну. Давайте АА попробуем. Что нам уже? Да, волна уже не настолько актуальна. Так, А1. 450 тысяч вижу. Так, ушатал. Самое главное, чтобы волны правильно зашли. Смотрим дальше. Сейчас, конечно, если Атлант там хоть один появится, он появляется, и он не успеет их ушатать, то он сразу себя, думаю, зашотит. Не успел Атлант включиться. Так, А3. Ну, неплох, неплох. Смотрите, с плюшки просто снес. Да, тут у нас, конечно, сейчас будет... Бам, 600. Тут мы сейчас сольем, потому что они забежали снизу. Хотя есть возможность, что они сейчас подбегут. Да, вот раз. Да. Давайте тогда уже попробуем. Да, волну. Ну, то, что он выживет. Единственное, нужен удачный заход на здание. На ускорялочки посмотрим. Ай, Купидончик. Сейчас Купидончик нам зарешает всю волну. Смотрите, какой жесткий Купидон. Надо его немножко ниже поставить. Жесткий Купидон, конечно, ничего не скажешь. Хочу себе такого Купидона. Первый, без эволюции, который просто тупо проходит та волну и моих героев. Так, давайте ниже поставим его. Давайте вот здесь возле ратуши поставим. Плюс еще, что у нас сразу же полностью на всю линейку героев распространяется этот скилл. 12-й. Так, это сейчас заберем. Ну, урон заметно, что прирост есть. Но нужен ли он? Это уже вопрос. Урона и так раньше хватало. Так, опять у нас зашли они все сверху. Ну, думаю, тут... Сейчас мы под музончик зарешаем первую волну. Так, готово. Все сверху зашли. Так, есть зашотил. Ну. Опять оттуда зашли. Смотрим. Так, Атлант включился. Не успел. Сейчас волна он хлопнет, если под хранителем. А, не успели ударить. Ну, Т4. Как там у нас? Что, смерть? Просто жестко унижает Мессу.
миллион до 2 миллионов урон. Без бафов. Немножко не так они зашли. Ну. Да. Ну тут здание сейчас у нас просто разрушит все. А может и нет. Ай, орнитоптеры помешали. Давайте еще раз попробуем А-волну. Ну, урона у него, конечно. Я не знаю, какие должны быть герои, чтобы выстоять против него, если он будет бить еще под бафами. Просто нереально. Ну, тут все понятно. Ну, давайте, Джей. Че там? Че нам мелочиться? Сливать так сливать. Ну, а Джей один соло затащил. Уже красавчик. Тут сейчас его зашотят, наверное. Ничего себе. Ну-ка. Ну, а Джей 2 затащил соло. Ну, давайте еще. Че там? Че нам? И если тестить, то уже тестить по полной. Ну, все, зарешали. Вот так вот на волнах. Давайте потестируем его. В королевской мы сегодня не сможем. Точнее, в лабиринте. Потестируем в королевской битве. Вот, убираем. Сейчас поставим. Заодно алтари есть. Попробуем на алтарях. Какой урон. Бэм. Ну, как-то так. Не особо он бьет он вражеского некроса. Ну, 250 тысяч проскакивает. Считаю, это немало. 230. Сейчас мы немножко сделаем пачку баферов. Так, ворожей. Хранитель. Ворожей. Давайте попробуем Купидон. Тыкву, в принципе, смысла нет. Так, где там наш... Вот так попробуем. Хоть посмотрим, что там по урону сейчас у нас получится. Если выйдет хоть что-то. Бэм. Ну, вообще некроса там, по-моему, ушатал. Жестко причем. Да, круто. Ну-ка еще раз. Давайте Купидона заберем сюда в центр. Так, нам сразу дали дебаф. Ну, жестко бьет. Смотрю, там герои просто тупо проседают. 500к. Просто унижает вражеских героев. Так, а ну-ка смотрим, что сейчас у нас получится. Ну. Да, энергию забирают, забор энергии там в нубе состоит.
Еще разок. Не успел Купидон баф дать. Сделаем вот так. Вот дал баф. Ну, по урону, конечно, нравится. Урона хватает, но все же убивается очень быстро. Видите, надо все-таки корку на танка ставить. Хорошо, давайте попробуем. Это нам не надо. Посмотрим просто урон. Как он один из баферами королевской. Просто шотит. Ну, это и не удивительно. Триста 350 тысяч. Круто. По урону очень круто. Четыреста 450. Ну, довольно неплохо. Видите, его шатают очень быстро. Даже ударить не может нормально. Давайте тут попробуем, посмотрим, что тут за герои стоят. Триста 80 тысяч. Обычный удар без бафов. Ну вот, просто не дают зарядиться, опять же. Хорошо, ставим хранителя. Ставим ворожея. И ставим Купидона. Смотрим. Бэм. 600, сколько там было? 670 тысяч. Ну, тут понятно. Тут просто ушатали. Круто. Так, где его еще попробуем? Ну, давайте на перешествиях. Сейчас я тут поставлю. Вот так вот сделаем расстановочку. Так, ну, я не буду тут особо заморачиваться. Бигфут такой, стрелок. Ворожей. Ставим сюда его. Сейчас поставим еще хранителя. Хранителя поставим. Хотя пусть будет одержимый. Так, пустошь хаоса. Адский саммит. Ну, давайте первый попробуем. Заодно вы видите, как герои с воодушевлением себя показывают. На фарм-локациях. Вот, сработали. Так, ну-ка. Ну, урон дикий, дикий урон. Thank you.
Ну, мы тут без тыковки, как видите. Ну, смотрите, как четко-четко работают. Единственное, сейчас можем не затащить. Тут, конечно же, нужна тыковка, но Бигфут даже себя хорошо проявляет, станет. Давайте, давайте, тащите. А, и слили ворожая. Жалко. Нужна тыква. Без тыквы, конечно, тут делать нечего, но... Вот вам связка. Бигфут, Анубис, воодушевление. Просто тупо неубиваемые. Давайте еще попробуем. Уберем все-таки. Поставим сюда тыковку. Афина тоже тут с воодушевлением неплохо будет себя показывать. Давайте вот так тыкву поставим. Если нас до этого не ушатают. Ну, хорош герой. Сейчас я вам расскажу, какие созвездия ему нужно ставить. И чары. Так. Ну вот, ворожай зарядился. Так, тыковка пошла. Тыкву ушатали. Очень, причем очень быстро ее ушатали. Да, как видите, проблемно. Без тыквы будет опять. Ну, выстоять, конечно, против героя можно. Хорошо. Давайте еще тестируем на четвертой пустоши хаоса. Но я думаю, тут у нас никаких проблем быть не должно. Единственное, что могут таблетки разрушить. Но если сюда еще попробовать сделать хранителя с воодушевлением, баф ворожея, баф хранителя, будет очень жестко. Вот чем ворожей хорош, замедляет, отхиливает. Ну вообще жестко, смотрите, как все жестко. Просто ушатали. Вот там два. Так, ну тут сейчас мы по времени просто не успеем. Видите, что Бигфут делает? Не дает даже подбежать до таблеток. Сейчас еще раз затестируем. Крутой герой. Они все крутые. Но Бигфут реально очень полезен. Особенно для бездонатных игроков. Красиво разобрали. Вот, нормально. Вот Бигфута жалко слили. Да, сейчас у нас таблетки могут просто добить. Ну, тыковка жива. Правда, она... Да, у нас таблетки сейчас разберут. Ну, в общем, такой вот состав. Да, нас ушатали, не успели. Жалко, Бигфута убрали. Давайте еще раз. Мы что, не можем месучить? Точнее, ПХ 4 пройти соло. Что это такое? Конечно, я тут не заморачиваюсь над рунами, над питомцами, артефактами. Но тут героев и так хватает. Так, ускорялочка. Бам-бам. Смотрите, они не успевают просто добежать. Анубис... Ворожай просто делают свое. Хорош.
Ну, ушатайте их уже. Опять не ушатаем. Ну, что такое? Жалко. Уже и Бигфут жив. Не хватает просто разброса. Ладно. Расскажу вкратце про героя. Бог войны ставить можете. Будет жесткий дамаг, но он будет не настолько эффективен, как, например, Бастион и все остальные таланты. Поэтому я бы не особо рекомендовал. Конечно, если выпадет и вы там Гурман, можете поставить. В принципе, тоже не пожалеете. Рунами Ожива, рунами Психощит. Вариантов очень много. По снаряге. Чары. Победный выпад. Топовый. Также ослепление будет неплохо ему заходить. Проклятое поле можно ставить, передачу энергии можно ставить. Неплохо будет раскаленный доспех, даст дополнительную жизнь. Созвездие, естественно, уклонение. Можно поставить там крит удар, крит урон, ну я бы не советовал, лучше все-таки, чтобы он подольше пожил, ставить уклонение. Вот такой у нас сегодня был обзор. Такой вот получился у меня герой. Жизни у него уже немало. 400 с лишним тысяч, уклонение, все дела. Бонус судьбы. Пишите в комментариях, как вам такой некрас. Ну, честно говоря, я его в последнее время мало использую. Все, всем по некрасу на аккаунт. Всех с наступившим Новым годом. Удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.